мы готовимся выполнять плазмотерапию для роста волос. Это одна из самых эффективных процедур от выпадения волос и для улучшения структуры волосинок. Поскольку плазма питает очень активно волосяной фолликул, и эти питательные вещества, факторы регенерации, они идут по волосинке, и я думаю, что сантиметров 15-20 точно длины начинают блестеть, и волосы становятся шелковистыми. При том, что в очень многих исследованиях это уже даже доказано, и поэтому плазма завоевала такое доверие. Мне будет проводить плазмотерапию Александра. Я доверяю ей, поскольку ее рука действительно выполняет все уколы настолько безболезненно. Ну и, конечно же, я как настоящий хирург жутко боюсь боли, поэтому мы будем работать еще и с нашим прекрасным анестезиологом, и мне сделают внутривенное обезболивание. То есть я буду в сознании, но боль полностью будет отключена. Мне выполнили плазмотерапию волос абсолютно без боли благодаря этому человеку. Какой тип обезболивания был? В данной ситуации выполнено было внутривенное обезболивание. Вводился препарат ультракороткого действия. В момент его введения и примерно по окончанию в течение 5 минут он вот так вот быстро разрушается, метаболизируется. Есть эффект. Современная задача любой анестезиологической сферы – это управляемость. Вот он был управляемый, поэтому наша пациентка во время анестезии была обезболена. По окончанию, когда отключился дозатор, прошло 5 минут, все метаболизировалось, все вывелось, и теперь, в общем-то, даже можно за руль садиться и ехать. Вот в таком направлении для данных процедур, конечно, мы используем техники или анестезиологическое сопровождение. Чтобы вы понимали, что это уколы красоты не в медикаментозном сне. Это качественное внутривенное обезболивание, которое максимально прогрессивное, что делает эту процедуру максимально комфортной, безболезненной и очень быстрой, потому что мне не нужно было говорить: подождите, подождите секундочку, дайте я отойду. Сделали, и я иду дальше работать. Ну и смысл, собственно говоря, мы реализуем постулат ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, который заключается в том, что каждый пациент имеет право на безболезненные манипуляции, безболезненные процедуры. За рубежом существуют больницы, которые получают соответствующий сертификат, так и называется госпиталь без боли. Может быть, и наша структура такой сертификат получит, потому что у нас практически все процедуры проходят вот в таком безболевом исполнении. Все, что у нас есть, мы используем качественные действительно препараты, которые абсолютно все управляемы. То есть нету такого, что вот ввели и там после действия довольно длительное. А если препарат с длительным эффектом, есть у нас препараты-антидоты, которые позволяют нивелировать эффекты там каких-то таких вот существенных долгоиграющих препаратов. Поэтому если вы боитесь боли, но при этом хотите быть красивыми не только с помощью операции, но еще и с помощью уколов красоты, то тогда записывайтесь. Мы оставляем номер телефона наших администраторов. Согласовывайте запись, приходите, и вам наш анестезиолог поможет сделать процедуру максимально комфортной, как сегодня это было выполнено для меня. До скорой встречи!